Знаешь, что нас ждет в Киото? Угу. Нужно сойти с поезда. Сейчас. Слушай, если ты думаешь, что я свалю без лимона или Кейса, то ты ошибаешься. Ладно, бро. Кейс лежит в первом классе за барной стойкой в мусорке. Забирай. А я на выход. Найду храм и как следует задумаюсь о жизни. Да-да, классная идея, только невоплотимая. Ты мне еще понадобишься. Черт. Чтобы меня подставить. Я все понимаю, да, логично. Да, ты конкретно встрял. Просто я еще не решил, сдать тебя целиком или порезать на кусочки и засунуть в сраный чемодан. Вот о чем я сейчас думаю. Или? У тебя что, есть идея получше? Слушай, между нами сейчас стоит стена. Но это иллюзия, бро. Фантом разума. Потому что в этой стене есть окно. Окно возможностей. Черт, скорее дверь. Да. Короче, в стене есть дверь. Там дверь. Слушай, мне очень тяжело следить за твоим бредом. Суть в том, что эта дверь закрывается. Осталось выяснить, кто из вас Дизель, а кто Дак. Дак? Это из мультика. Электровозик Томасик. Почти. Он паровозик. Томас. Умоляю вас. Этот человек похитил меня. Сказал, что потребует за меня выкуп. Прости, от слез красивых девушек я таю. Браво. Чуйка мне подсказывает, что этот трясущийся хмырь у вас главный. Но я вижу людей насквозь и понимаю, что ты мне лепишь горбатого. Короче, предположим, обоих мочить глупо. Не доберусь до сути. Да, я придумал. Давайте так. Вам понравится. Мы сыграем в игру, ладно? Кто хочет сыграть, куль тяпки в гору. Чудесно, единогласно. Вы закройте глаза, я досчитаю до трех. Тот, кто главный, пусть поднимет руку. А не главный, пусть покажет рукой на главного. Если вы оба поднимете руки и покажете друг на друга, то я пойму, что вы оба мне брете, и застрелю вас нахуй обоих. Вам понятно? Ты же сам сказал, что тогда не сможешь добраться до сути. Было такое, ты прав. Но иногда сначала мочишь, а уж потом ищешь суть. Раз. Если я не отвечу на твой звонок... Два. Убей Ватару. Три. Снится это. Прости, друг. Не твой сегодня день. У меня в сумочке есть проволока. Необходимо запереть эту дверь. На всякий случай. Я так испугалась. Он требовал, чтобы я ему подчинялась. А если я откажусь, он обещал мне сделать очень-очень ужасные вещи. А чё ты его не пришила? То есть... Да, еще скажи, что считал этот ствол зажигалкой. Так, спокойно. Нет, нет, все не так, я знаю. Умоляю, я не умею из него стрелять, я вам не вру, честно. Вот, умница, по тебе явно Оскар плачет. Ты училась на актрису? Тебе ведь не страшно, а губы дрожат, и слезы выскочили очень натурально. Очень круто получилось. Прошу вас. Но ты Дизель, тебе крышка. Пощадите, я же ребенок. Нет, не надо, да умоляю. Как ты это делал? Прошу вас. Блин, вас. Невероятно. А, ты... А ты это... Ты врешь. Короче, так, жди меня здесь. Поняла? Что это со мной? Все обожают лимоны.